Приехали на рыбалку, как бы не учли погодные условия, то, что состояние дороги очень плохое. Дамба, она глиняная, это, соответственно, все каша получается, ну и выехать-то не смогли. Сегодня вытолкали 6 машин, причем 2 через дамбу, это очень тяжело реально. Социальный статус людей, все инвалиды, все абсолютно все водители, которые сегодня были, это у нас были водители-инвалиды на автомобилях с ручным управлением.